Семьи и бизнес-леди организовали благотворительную акцию в помощь многодетным и малообеспеченным семьям. В первый день акции 50 семей получили продукты питания и медикаменты. На днях по инициативе деловых женщин создан фонд «Женщин Рамадан». Цель – оказание помощи нуждающимся. В его составе более 50 человек, которые успешно трудятся в сфере бизнеса, в том числе и многодетные мамы. В рамках благотворительной акции они собрали деньги для фонда и предоставили социальную помощь нуждающимся. В акции приняли участие предприниматели не только из семьи, но и из других городов страны. Это просто неравнодушные люди, которые решили дополнительную поддержку оказать, просто не остаться равнодушными в тот момент, когда на весь мир обрушилась такая большая проблема по коронавирусу. То есть весь мир борется, и мы тоже решили оставаться неравнодушными, то есть какую-то небольшую лепту свою внести. И вот так это, я говорю, это вот начиналось, и так само по цепочке получилось. Вот кто-то дал свой магазин, предоставил, допустим, кто-то услышал, что мы продукты закупаем, кто-то дал по своей цене, кто-то сделал со скидкой. Оно вот так одно до другого по цепочке. То есть это просто единство. Как отметили члены фонда, для вывоза продуктов питания и необходимых медикаментов установлен специальный пункт. Запасов продовольствия фонда хватит на месяц, говорят организаторы. Среди лекарственных средств, выданных в качестве первой медицинской помощи, имеются противовирусные, жаропонижающие и другие препараты. Свою благодарность выразили многодетные мамы. Большое спасибо. Да благословит Аллах за добрые дела. Это большая поддержка для многодетных матерей в такой период. Многие из них сами являются многодетными матерями. Мы не можем выйти на работу, потому что весь день занимаемся детьми. Никуда надолго сходить не можем. Сейчас карантин, приходится тяжело. Конечно, когда проводят такие мероприятия, для каждой мамы это радость. Всего в рамках благотворительной акции продукты питания и медикаменты получили 100 человек. По словам организаторов, это не разовая инициатива. В ближайшее время планируется проведение акции для врачей, лечащих больных вирусом. Саулия Байгалиева, Бахтгуль Казиз, Бердыбек Карынбаев, телеканал «Семей».